Следующее произведение, которое мы будем исполнять, называется «Свершилась казнь». Вы знаете, неделю назад у нас было хлебопреломление. Мы вспоминали о страданиях и смерти Иисуса Христа. Но я думаю, что о страданиях Иисуса Христа мы должны вспоминать не только один раз в месяц, правда? Потому что это такое событие в нашей жизни, которое поменяло всю нашу жизнь. Потому что Священное Писание говорит, что если бы Иисус Христос не умер и не воскрес, то тщетна и напрасна вся наша вера. И воскресение Иисуса Христа – это очень важный момент, особенно для человека, который пережил рождение свыше. И в припеве этой песни говорятся такие слова: «А я знаю, Искупитель мой жив». Эти слова взяты из книги Иова. И жизнь Иова, его болезнь, его... Он был в таком предсмертном состоянии, его друзья смотрели на него и думали, он точно умрет. Но он сказал однажды такие слова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последние дни восстановит мою вот эту вот распадающуюся плоть из праха, и я в моей плоти узрю Господа». Христиане – это те люди, которых дух воскресил Господь. Мы сегодня говорим о том, что наш дух воскрешен, но наше тело подвержено тлению, и рано или поздно оно умрет. Знаете, я однажды слушал одного человека, он сказал такую интересную мысль. Вот сегодня на Земле живет где-то 8 миллиардов точно уже живет. Говорят некоторые, что около 9. И он говорит, вы можете себе представить, что за 100 лет, вот буквально за 100 лет все эти люди, все эти 8 миллиардов людей, все умрут. И на смену им придут новые поколения людей. То есть через 100 лет, если Господь, конечно же, продлит еще существование Земли на такой период времени, ни одного из нас уже не будет. В этой церкви будут другие люди, они будут, я надеюсь, если мы передадим им эту веру, дай Господь, конечно же, уже будут совершенно другие, наши, может быть, праправнуки уже будут здесь петь хвалу Господу. Но однажды настанет тот день, когда все мы воскреснем. Все люди, когда-либо умершие, все воскреснут. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы в своей жизни всегда жили верой и упованием на нашего Господа, чтобы мы всегда говорили: «А я знаю, Искупитель мой жив». Несмотря на какие-то, может быть, проблемы, которые сегодня есть в нашем сердце, вы знаете, они есть у каждого, они есть у меня, они есть у вас. Пусть Господь сегодня благословит нас верить до конца Господу, и Он разрешит все ваши проблемы, скорби и переживания. А нашему Господу да пребудет вечная слава.
А я знаю, что он любит меня.